Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет. Наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время. Да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше. Точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе, которые втроем подходят, просят дай болтов, слышно, чё те. Или когда Сэма принимают за моего младшего брата. Конечно, приятно, но так-то по факту. Сейчас мне 32, смотри, на момент выхода CD должно быть 33. Половина пути позади, как ни крути, но почему-то тут не получилось даже пошутить. Ну а по сути, видимо, так и должно все идти. Наверное, невралгия, больно слева в груди. Остановись, куда-нибудь зайди, пробки пережди, сказал пассажир, но я ехал совсем один. Ведь сегодня-завтра будет вчера, а еще вчера, сегодня было завтра. Тут имеет смысл подождать до утра и уж потом строить планы и что-то загадывать. Сегодня-завтра будет вчера, еще вчера, сегодня было завтра. Имеет смысл дожить до утра и уж потом что-то загадывать. За столиком в кафе появляются строки. Алёша начал куплет в епоше, закончил в оки-доки. Стейк из сёмги, рис, сок апельсиновый, витаминный салатик и чайник чая с жасмином. Рыбу доел по-бырому, денег на трубу закинул, всем пожелал мира и прыгнул в большую машину. На Тверскую вырулил, тихо врубил рыбчину, пустил дыма по мобильному, что-то там разрулил. Дома чистота идеальная, супруга рада, собака сыта, малого уложила няня. В прихожей замер, я там, где должен быть. Или может я сейчас нужен там, где меня нет. Залип на диване, у меня груз на кармане. Он тянет, ароматно воняет. Фу, бля, нет, я ведь планировал сегодня провести трезвый вечер. Что бы я сейчас сделал, если б курить было нечего? Но на печени за Москворечье отмечены. И чё, как обычно, скручиваю, взрываю, подлечиваю. Я склонен дымить на балконе, я понял. И пофиг на каком районе, гуфони, биг факин Джонни. Подо мной школьная поле футбольное, школьники, походу продленка, по-моему 0-0. Орет ребенок, слиты красного на зеленом. Ему ужасно больно, а мне палец обожгло углем. Ведь сегодня-завтра будет вчера, а еще вчера, сегодня было завтра. Тут имеет смысл подождать до утра и уж потом строить планы и что-то загадывать. Сегодня-завтра будет вчера, еще вчера, сегодня было завтра. Имеет смысл дожить до утра и уж потом что-то загадывать. Сидя в кресле у зубного, я сильно взволнован. Самолет до Новосиба у меня в 7:30. Время 6:00 и по идее должен успеть. Чемодан упакован, но доктор продолжает сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось. Ведь сегодня-завтра будет вчера, а еще вчера, сегодня было завтра. Тут имеет смысл подождать до утра и уж потом строить планы и что-то загадывать. Много будешь знать, можно быстро состариться, шептала мне бабуля, крепко сжимая пальцы. Неважно, сколько лет, 90 или 20, хорошо смеется тот, кто умеет хорошо смеяться. Мечту ту, 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 верю я ту, ту.
Эй, йоу, как вы все там, привет с того света. По сравнению со мной горец нифига не бессмертный. Я не со зла, но вообще-то здесь нету ни этого куплета, ни этого музла. Враза, опасная полоса, заносы на тормозах с газом нарзан. Убери маузер, прибереги пули, протри глаза, братуля. 2 года назад я умер и тебе рекомендую. Умри непременно, тут все наши, прикинем и тусуем офигенно. С Боба Марли дуем, сидя на краю вселенной. Пропадаем недельными с Эми Вайнхаус и Кобейном. Балдеем по гаремам с Адамом Хусейном. Туда, где забыли, мы всегда успеем. Смехеем с тупаком, хлещем Хэнни и гоняем буэлэ. Ладно, ты забей, а все гораздо веселее. Я вот повсюду слышу о том, что Гуф умер. В натуре что-то как-то даже не помянули. А так нормуль, мы с ним наводили движухи. Вы что-то походу перепутали, вас наебнули. Может, все-таки его убило. С ним бывает такое, когда он пересекается с Кириллом. Я вижу его стабильно каждый день, притом по нескольку раз. Может, его расплющило или, скажем, размазало. Люди бывают разные, фантазия классная. Бывают мрази, запросто поливают грязи. Я на связи и по мази на все класть мне. Но разве так можно, боже? Ожидаем пожить подольше, я польщен. Мало кто еще наблюдал фотоотчет собственных похорон. В чем прикол? Мало кто поймет, альбом до дыр затерт. Он ждет следующего еще год. Задрот, зачет, ёпта. Аккуратней в метро, бро, перо под ребро. Или, сука, не успеешь на желтый. Я назло отвечаю добром, все ровно. Почва под ногами твердая, мир, ёпта. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Вася, очень сильно. Да, это в твоем стиле, замут за замутом. Живее всех живых, зато убитый люто. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Пиздец, как сильно. Да, это в твоем стиле, замут за замутом. Убитый вечером, но живой утром. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Вася, очень сильно. Да, это в твоем стиле, замут за замутом. Живее всех живых, зато убитый люто. Гуф, ты умер? Да не, меня убило. Убило? Сильно? Пиздец, как сильно. Да, это в твоем стиле, замут за замутом. Убитый вечером, но живой утром.